Ген, прикинь, сосед-то наш Витька разводится со своей женой. А почему? Так она ему изменяет. А он-то как узнал? Да как узнал? Когда в командировку уехал, камеру поставил. Блин, и что, эта камера прям видела, с кем он, она ему изменяет? Да, к сожалению, лица не видно. Но смысл понятен. Вот Витька-то выдумщик-то. Какой выдумщик. Ага, ладно, пойду белье развешаю. Выдумщик какой, а, Витька? О, дорогая, ты пока там занимаешься, давай я в магазин сбегаю. О, здорово! Купи мне тампоны, только обязательно, чтобы там было не менее 4 капелек и с крышками, не перепутай с прокладками, хорошо? Еще мне нужен гель для душа, только обязательно какой-нибудь ягодный. Только не смородина и не малина, ладно? Вишневый, что ли? Фу, только не вишневый. Блин, слушай, так сложно, может, сама давай тогда сбегаешь уже? О, здорово, давай, ты кран тогда чини. А, не-не-не-не-не. Ладно, я пошел в магазин, сейчас ты там давай краном занимайся. Значит, что тебе взять надо? Скраб малиновый, да, с крылышками? Или... Или что? Или что, мне кран починить все-таки? Ладно, давай сама, короче. Вот ты что, шаурму ешь, а мне? Да возьми, там лежит, я купил тебе тоже. Ага, ребенок что кушать будет? Я и на него тоже взял. Ну, у меня так-то сейчас еще и мама приедет. Посмотри, там лежит целая куча шаурмы. Я специально взял на всех. В смысле на всех? Ты что, охренел, что ли? Столько денег потратил? Фу, блин, капец с тобой, а. Ген? Ген, что завис-то? Да погоди, у меня там идея для видео пришла, подожди. Что за идея? Да подожди 5 секунд, сейчас сформируется мысль. Ну скажи вслух, мы вместе ее додумаем. Да все. Че, все, придумал? Забыл, блин, спасибо. Многие постоянно спрашивают, как 60 лет выглядит на 40. Ну, во-первых, это ежедневная физическая активность, как минимум утренняя зарядка. Во-вторых, это правильное питание, которого нужно придерживаться обязательно. Ну, а в-третьих, да хрен его знает, как выглядит 60 на 40. Мне 44 года, я вообще без понятия.